Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Край Эфир. В последней серии мы исследовали Блайттаун. Надо сказать, что это пока что самая сложная локация. Количество смертей на серию было просто какое-то рекордное. Кроме того, у нас не зажигался вот этот костер, но в итоге между сериями я сейчас его зажег. Так. Ну что, давайте двигаться дальше. Мы тут уже... Давайте попробуем его призвать. Если он призовется, конечно. LKJ-200. Как правило, очень редко они призываются, то есть один из 10 призывается, остальные просто пишут ошибку связи. Призовется так призовется, нет так нет, но как бы там ни было, мы пока будем... Давайте подождем маленько, подожди. Призыв. У нас какой-то... Он у нас тоже сучигатаный. А нет, это моя. Сквозь него просвечивает. В тяжелой броне. Видимо, какого-то уже высокого уровня. Что-то тупит, короче говоря. Опять подключение. В этой игре очень хреновый сетевой код. С ним постоянно проблемы. Вот многие моменты в игре выполнены через одно место. Сами знаете, какое. Но при этом, блин, как вот эту игру нельзя любить? Это, по-моему, просто шикарная вещь. Не похоже. Ты чё, живой еще что ли? Тихо. Блин, что-то как-то не очень приветливо со мной сегодня. Так, короче говоря, не призвался к нам белый дух. Ну и ладно, без него справимся. Давай, спрыгни. Так, что-то я быстро выдыхаться начинаю, мне надо будет прокачать выносливость. Видимо, для этого меча у меня руки слабоваты, что ли. Потому что пару ударов и уже все, высушен по полной программе. Опасайся снайпер. Да я знаю, здесь стреляет один сверху. И тут сейчас два противника у нас будет. Вот ты первый. Раз, два, три. И ты второй. Раз, два, три. Хорошо, теперь нам нужно по-быстрому вот эта тварь. Вот ей я сказал, что мы будем заниматься в этой серии. Но рассказал, значит, таки будем. Так, где мне спуститься? Я опять забыл. Ага, понятно. Понятно. Так, опасная зона. Да, здесь хватает опасности. Не буду отрицать. Так, вы где? Я знаю, что вы сейчас полезете. Один снизу отсюда должен подняться, по идее. Но он пока меня не заметил. Давайте-ка мы пойдем вот сюда. И тогда они начнут агриться. Они тогда меня видят и начинают атаковать. Так, братиш, давай. Браточка. Молодца. Ой. Ты чё растерялся-то? Так, еще прибежал. Тихо, вот долбануло. Я тебе прыгну. У нас один прыгал такой. Так, что дальше? Тут мы, по идее, были. Вот там пробегаешь чуть дальше, и мы взяли там щит в предыдущей серии. Так, тут у нас пацан с дротиками. Видите, что творит, да, психопат? Ну ладно, как бы там ни было, мы его убили. Больше тут, я так понимаю, нет ничего. А там внизу огни, значит, мы туда все-таки спустимся. Когда-нибудь. Так, кстати говоря, вот это колесо, его как-нибудь покрутить нельзя. Хотя смысл-то, это явный механизм. Нет, покрутить нельзя. Ах. Так, теперь что-то нужно делать с этой мерзостью, которая где у нас? А, вон она. Почему я не могу вообще никакого урона нанести? Вот что меня беспокоит. О, могу.
Помаленько, конечно, но ладно, хоть у меня стрел до хрена. Я думаю, это нам поможет. По чуть-чуть, по 24, но уже почти половину сняли. Хватит стрел, нет? Должно хватить, по идее. Где-то еще 20 останется, я думаю. Или нет? Да пофигу. Если что, еще купим, сходим. Ходить, конечно, далеко, но да ладно. Так, ну. Да, насчет 20 я погорячился. Но где-то в этих пределах, короче говоря. Все, прощай. О, какая тварь. 1000 дали всего за нее. Как хорошо, что мне не пришлось с ней воевать в ближнем бою. Все-таки быть лучником — это прикольно. Так, поднимаемся тут. Сейчас нам нужно прорубить там кучу мусора и спуститься таким образом к этой твари. Посмотреть, возможно, из нее что-то выпало. Так, 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 тихонько. Там у нас здоровяк, с которым я не решусь сталкиваться. Это что такое за хрень там летает? Комарик какой-то. Пиромансия. Скрытая сила. То есть магия, но я магией не пользуюсь, у меня и статов под нее нет. Так, и чё, зачем я ее убил вообще? Чё мне это дало? Да вроде как ничего, так что мне придется сейчас все-таки идти туда, где меня в прошлый раз... Тихо, комарик. Чё ты прячешься? Где меня в прошлый раз убили? Ну, не убили, я там сам убился. По глупости. Блин, как я ненавижу всяких этих москитов. Ах, пакость. В принципе, комарики у меня никогда отвращения не вызывали, они такие. Маленькие такие. Ой, ой, ой. Ой. Фу, так, лечимся. Чуть не убили. Ладно, вроде как я тут все исследовал, так что давайте пробираться дальше, только в этот раз поосторожнее, потому что... Praise the sun! Thank you very much! Подруга. Прошлый раз я вон там вон полетел, давайте, кстати, свои души возьмем. Там не так много, по-моему, было, но все-таки. И больше я там спрыгивать, пожалуй, не буду, потому что это очень рандомно. То ли ты приземлишься, то ли ты не приземлишься. Я, конечно, мог бы там приземлиться, но мне помешала какая-то небольшой выступ из стены, меня чуть-чуть толкнул, и все. Сразу все испортилось. Так что давайте лучше отсюда как-нибудь. По идее, костерчик здесь найти было бы крайне неплохо. Так, вон там внизу ништяки всякие лежат. Я вообще думаю, что, судя по тому, что оттуда мы видели, когда этого моллюска непонятно убили, здесь босса не будет. Мы просто попадем на новую локацию, так что... Да, босса нет. Хорошо. Ну как новое? То есть мы вон оттуда видели, что тут просто продолжение дороги. Хорошо. И что мы тут имеем? А, вот спускнись. Ладно. Спуск вниз. Ой, что-то мы совсем низко спустились. Мне, честно говоря, тут маленько не по себе. Как-то тут слишком гадостно. Тихо. Ой, а ты чё за хрень такая? О-о-о. Блин, на узкой дорожке с таким встретиться. А нет, в принципе, ладно, нормально. Это комар огромный. О-о-о, пакость какая. Огнедышащий комар. Вы только слушаетесь, да? Звучит.
Еще один. Давай, иди сюда. С трех ударов дохнет. Это, конечно, по большей части заслуга того, что у меня нашлось время на вкачивание навыков, вернее, душ в навыки. Так, мне бы костерчик не помешал, уважаемые. Мы что-то совсем низко спустились, и сейчас будет обидно, если я погибну. Народ меня опять будет материть в комментах. Опасайся снайпера. А, тут опять, видимо, это, да? Стреляющий ядом. Только где он? Где-то тут. А, скотина. Так, ладно. Это все хорошо, но, блин, где спуск есть, нет вообще? По идее, можно попробовать его стрелить. Ах, блин, и он не может, и я не могу. 15 стрел, 15 стрел. Да, бляха, муха, ну что ж такое? Лично. Лично. Вот и обезопасили себя маленько. Так, теперь внизу под нами... Опасайся, снайпер, да ясно. Внизу под нами где-то ходит огромный комар. Нужно быть осторожным. По идее, я бы хотел, конечно, найти какой-нибудь спуск, лестницу. А вот она как раз, по-моему. Только я туда подняться не смогу уже, да? Так, ладно. Только не убейся, пожалуйста. Да, вот у нас подъем обратно, если что. Твою мать, куда я забрался? Этот замок с каждой серии все хуже и хуже. Узкое место спереди. Ну это вот, да? Тихо. А что за звуки такие неприятные? Ой, блин. Ой, блин. Уйди от меня. Уйди. Ты наверняка заразный. Твою мать. Блин. Сразу вспоминается лето, и это комарьё, которое, если окна, блин, не повесишь противомоскитную сетку, просто одолевает ночами. Во! Одежда искателя приключений. Фальчион. Фальчион, кстати говоря, с ним в первой части бегал в Demon's Souls. Очень неплохой меч, очень быстрый. Но, раз уж мы качали Учигатану, то пока будем бегать с ней, пока не появится качественное что-то другое. Так, куда мне идти в итоге? Я все понимаю, конечно. О, еще бежит мошкара. Бежит. Ох, она брызгает еще пакостью какой-то. Так, ну. Я все понимаю, но куда мне идти? Так, туда я пойду, я наверняка умру. Или, по крайней мере, сильно поранюсь. Высота все-таки не такая уж страшная. Короче, где-то что-то здесь. Тихо. А, это ты, жукобраз? Он упал, что ли? Опять мушкара. Ты посмотри, сколько мушкары. Давайте идите ко мне. Пока что я в безопасности. Они опять отвлекающий маневр, как те собаки, только еще хуже, потому что они летать могут. Ох, какая пакость.
Что, запутался там в своих ногах? А, скотина. Там еще один ждет. И мушкара летит опять. У-у-у. Блин, это будет серьезным испытанием. Ну, не знаю, пока что справляемся. Слава богу, пока что все в порядке. Так, ребятушки, вы под двое летаете, что ли, я смотрю? Давай, иди сюда, дорогой. Пока что есть возможность, давайте-ка мы вас порубаем. И будем уже более-менее безопасно двигаться дальше. Так, дайте, пожалуйста, мне бонфайр. Я так далеко забрался, а. Пожалуйста. Опасайся падения. Да я опасаюсь, только его и опасаюсь. Так, ребята. Так, где второй? У вас двое? Ты пока мне ничего не можешь сделать. Так что я могу вздохнуть спокойно. Так, ладно. Давай, дружок, иди сюда. Да хватит пинать, когда не надо. Ой-ой-ой, только не упасть, а. Я застрял. Подожди, а тут уже падать-то некуда. Я на дне. Я до дна дошел. Только не упасть, говорю. Все уже? Некуда падать. Так, ну что, братюнь? Ты ничего пока не можешь сделать. Так, ладно. Куда идти? Где здесь может быть костер? Костер, костер! Так, ты потихоньку подбираешься, да? Я думаю, вот в эту жижу, если я наступлю, то у меня будет сразу поисон, то есть яд. Потому что Demon's Souls был так. Так, ну чё? Ты передумал, что ли? О, как мне выбраться отсюда? Я думаю, что либо мы пойдем куда-то вон туда, либо мы пойдем... Тихо, я слышу. О, как противно ты гудишь, а. Блин, куда мне пойти? Я не знаю, тут со всех сторон смерть. Вон там что-то виднеется. По идее, можно попробовать... Ой, точно, точно яд, как я и говорю. Давай, 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 пошел, 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 пошел. Ой, сколько пакости. Ой, ой, какие пипиявки. Ой, 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 ой. Так, сначала принимаем лечение от яда, потом Estus Flask, а теперь уже... А куда ты целишься, мать твою? У тебя за спиной они. О, пакость. О, какая пакость. Двое. О, они еще меня чем-то... О. Только не умереть. Тут столько этих пиявок. Попробую прыгнуть. Секрет спереди. Секрет? Люблю секреты. Иллюзорная стена спереди. А это что-то пропало. Так, а ты у нас иллюзорная, что ли? А нет. Вот эта стена, я так понимаю, да? Так, разложившийся труп. У него деревянный щит. Похоже, он на помойке на какой-то нашел. Да понял я уже. Так, отлично. Что у нас здесь? Двойная человечность, отлично. Супер. Кстати говоря, я же с человека бегаю. Как бы мне тут... Вот, если сейчас темный призрак появится, это будет натурально печально. Ой, чё FPS-то так просил опять, ёлы-палы.
Не будем наверх смотреть, оно сразу умирает. Так, ладно, это все хорошо, только я... Мне пофигу, честно говоря, на ваши человечности, на ваши секреты. Мне нужен... бонфайр, костер. Так, кстати говоря, не защищает ли меня новая броня? Вот. Яда. Сопротивление яду 8. У моей 6. Не намного лучше. Сопротивление яду 21. А моей 12. Блин, она все-таки получше именно вот в этом плане. Конечно, по защите у нее гораздо хуже. Но при этом давайте-ка мы ее оденем. Она нас защитит. Тут 18, а тут 13. Так, тут тогда мы оставим пока свое. Ой, штаны снял. Бесштанная команда. Так, защита 9, защита 13, защита 9. Отлично. Тут у нас что-нибудь... Нет, колец у нас особо нет. Ладно, так. Я теперь, конечно, гораздо хуже защищен, но зато я теперь гораздо быстрее, и у меня большая защита именно от яда. Сколько у меня теперь, в общем-то, защита от яда получается? Где он пишется? А, вон, poison resist у меня 114. Так, остальное... остальные размышления, это куда же нам теперь бежать? До этого островка, в первую очередь. А там уже будем посмотреть. Давай, 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 давай. Ох, успел. Куда идти? Все-таки, наверное, надо было в ту сторону идти. Ой, как FPS проседает. Это офигеть. Я что-то разочаровываюсь все больше и больше в создателях этой игры. Несмотря на то, что сама по себе игра очень качественная, очень хорошая. Но это же какой позор, бляха-муха. Вы выпускаете игру на консоль, на машину с унифицированной архитектурой. То есть оптимизировать тут это само собой разумеющееся. Но даже тут вы не смогли оптимизировать. Это какой позор. Давай, 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 давай. Нет, нет, заражусь. Бляха, давай. Не так уж и много у меня осталось этой хрени. Где бонфайр? Калитесь, калитесь, мать вашу. Вон там у нас колонна, так что там у нас... Блин, братюнь, ты меня отвлекаешь. Давай ты как-нибудь иди сюда, вот мы с тобой разберемся один на один. А потом уже... Да давай целься ты в него. Потом уже можно будет нормально следовать дальше. И посмотря. Давай, иди сюда. Ты почти смог. Давай. Но не тупи ты, мать твою, за ногу, а. Ты посмотри, насколько мой боец стал поворотлив. Хотя нет, он, по-моему, такой был. Сейчас мне нужно вон туда, на твердую землю. И оттуда пробираться в эту сторону. Так, пиявок нет. Ой, тут хуже, хуже. Так, назад, давай быстрее. Там еще один. С одного удара, что ли, убил? Ну ладно. Блин, у меня 11 тысяч жизни уже. Так, вот тут уже что-то более похоже на твердую землю. Тихо, ты откуда взялся? Так, 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 так. Блин, комарики летят. Пока не доберусь до бонфайра или пока не умру, эту серию не закончу. Так что не волнуйтесь.
твари. Насекомые. О, здесь. Ох, какая прелесть. О, живем, братюнь, живем. Так, давай мы тебя зажжем. Блин. Так, сколько у нас уже эта серия-то шла? По идее, можно заканчивать. Давайте-ка мы починим сначала наше оборудование. Или все-таки стой ходить, потому что не так уж и сильно помогает, конечно, наша новая бронька. Я не знаю. Так, это починим. Morning Star, лук, щит. Так, что мы можем прокачать? Ничего не можем прокачать. Везде, как видите, нужен теперь Large Titanite Shard. Есть фульчон, конечно. Но я с Учагатаной пока предпочту ходить. Так, а на остальное давайте поднимем уровень. Нужна маленькая выносливость, а то она у нас чуть совсем в минуса уходит с трех ударов. Так, как раз хватило до 31 уровня. Ну и что? Мы добрались до Bonfire. Это, по-моему, кошмарное место какое-то. Как бы там ни было, увидимся в следующей серии. Но пока что это все. Дальше пойдем по этому коридору, туда что ли следовать. Короче, увидим в следующей серии. Всего хорошего. Пока. 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 Пока, короче.